Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, я опять вернулся. Сегодня мы опять продолжаем проходить модификацию прозрения на Max Payne 2. Что же, уровень номер 3 в поисках Моны. Погнали. Не говорите, что здесь есть снайперы. Не, не снайперы, но что-то похуже. Эти неубиваемые сволочи. Обожаю их. Обожаю их. Вот правда. Сейчас бы автомат против них взять. Это такое. Так. Ух ты ж. А ну сюда. Хоба! А, их целых трое. Мне уже это нравится. И боль утоляющая, спасибо. Ух ты ж, охренеть! Хо-хо-хо-хо! Ну нахрен. Капец. Все, все, ожидай того, что здесь повсюду есть враги. Хо-хо-хо. Охренеть, это настолько было неожиданно для меня. Я думал, как мы уже сейчас прямо расстреляли кучу людей. И что еще? Это круто. Да пошли вы в задницу со своими снайперами. Вы понимаете, как они задолбали уже? Несколько снайперов? Охренеть. И тут... Рак. Нет. Ух ты ж! Трус? Сам ты трус! Ты, сволочь, спрятался за укрытие. Трус у нас тут ты. И вообще, в бой не можно прятаться. Это война. Война никогда не меняется. Все. О май гад! Майна... Пупа из них клен, ни Рашона, ни Мира, ни Рауген, Зинганс, Бляу, ну Дихар, Лянгут, Браун, вы чё, шутите или что? Ладно, пройдемся за. А ты задолбал, подыхай! Сволочь, ну вы видите его? Ну вы это видели? Охреневшие сволочи. Вот правда охреневшие. Вообще нет никакого другого способа, чтобы таких описать. Это сволочи. Ein, zwei, drei! Kommen! Ух ты ж! Тварь! Komm zu hier! Получи, тварь! Ух ты ж, блин. Ну да. А, ну спасибо хотя бы за это. Fucking shit. Не говорите мне, что сейчас кто-то возьмет, зайдет ко мне и начнет по мне шмалять. Так не случилось, но кто-то зато шмаляет по мне прямо оттуда. От верблюда, не знаю откуда. Ты как меня увидел оттуда, да? Сволочь такая. Тихо. Я его убил. Я уверен в этом. Сколько-то патронов выпустить, не убить никого. Хе-хе. Это было бы уже очень хреново. О, да вы охренели? Отсюда? Ну, хорошо. Я им за это благодарен. Помещение драться легче. У помещения реально легче драться. По крайней мере, там... Я так считаю. Пошел нахрен. Подохни. Все. А теперь мы идем не в задницу, но идем убивать этих тварей. Ах, шайса. Какое же это приятное ощущение, когда ты убиваешь такую сволочь. Все, больше нет?
Больше нет. Здравствуйте. Мистер, мадам, сволочь, снайпер. Вы где? Нигде. Погнали нахрен отсюда. Сволочь. Вот реально как представители кошачьих. Вот реально. Хрен тебе, сволочь. Все. А вот теперь... О, МП-5. И у меня как родились к ней патроны. Кто такая скотина зашел ко мне с тыла, сзади? Кто это, блин, сделал? Я даже не полностью вылечился. Вылечился, fucking shit. Я очень за это благодарен. А, там кто-то еще бегает, да? О, твою что! Да вы охренели там, да? Ладно, ну... Я зато благодарен, что у меня есть способности. Со сломок, к примеру. Иди сюда. Fucking shit. Нет, это так не пройдет. Подыхай. Это так не пройдет. Все, подох. Конец. Еще какой-то снайпер. Прибью. Нахрен прибью. Нет. Заходим внутрь, а там до хрена врагов. Да, зайти нельзя. Нельзя зайти. Хрен тебе, Вован. Ладно. Хорошее место. Я точно уверен, что меня там не прикончат. Я же говорил. Кто-то еще вместе с ним, да? А нет. Ну, здесь уже все просто. Расстрелял. Все. МП-5, МП-5 и... Сволочи внутри, да? Да, я угадал. И за это я получаю ни хрена. Ура! Тварь! Я прикончу эту свою за это. А я его и так уже прикончил. Я реально его прикончил и сказал, я его сейчас прикончу за это. Вот до чего техника дошла. А, это снайперская винтовка. Ага. Ну кто теперь будет? А здорово вам! Привет, ребята. Как вы там, а? Fucking shit! Fuck off! Так. Думаю, можно продолжать. О, здравствуйте, это вы, да? Я заметил, что этого чувака снизу, который у нас здесь есть, да? Привет. Ох ты ж, блин, как ты хорошо по мне вмазал, тварь! Там, а там ни хрена не видно. Я хочу их прикончить, вот серьезно. Получи. Опа! Кто там? Тварь, ты где? Алло. А где этот? Оба! Сам себя показал, сволочь. Ты в этом сам виноват. О, здорово! Не смей уничтожать мою коробку с лекарствами. Спасибо, что этого не сделал. А привет тебе, дружище, с карабином М4 там. Сволочи. Если смотреть в целом, здесь работает, пожалуй, принцип «чем дальше, тем сложнее». Реально. Вы просто потом все это посмотрите. Вот реально. Щит. И все, мы пропали, да? Божественно. Тихо. Не подыхать еще не собирайся.
Тихо-т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 их
Пойдем дальше. Итак. Странно, что здесь никого нету. Не уверен, только пока что. Угу. А нет, я его убил раньше. Так. Мне очень вся эта тишина не нравится, и я был прав. Получил. Яй. Это откуда? Ага. Блин. Сохранились. Серьезно? Опа. Шутите, ну не, в третьем уровне уже за дохрена врагов, их реально уже просто куча, это цунами из врагов. Не, это уже ненормально, серьезно. Ага, это просто со своей дахой. Все. Я уже задолбался убивать врагов, правда. Капец какой-то. И снова минимально хп. Yeah. Ужас. Погнали. Щет. Вот как я ненавижу просто вот эти вот невероятно огромные схватки, в которых еле-еле-еле-еле-еле можно выжить. Это просто жесть какая-то. Постоянно здесь так. Этот мод уже с этим задолбал, мягко говоря. Реально за один уровень так надо есть. Это талант. Это реально талант. Зато у нас есть снайперские винтовки теперь. И там внизу куча врагов. Ёй, как вы задолбали уже с ними. Можно взять хотя бы немножко спокойно походить без всего этого дерьма? Нет, нельзя. Получи. Всего лишь одного. Ну ладно, это такое. Это... Они еще сока. Я так и думал. Они реально шутят, скорее всего. И там еще тут. Почему вот врагов настолько дохрена, а обезболивающих настолько мало? Реально вопрос. Спасибо за это хотя бы. Шайсы. На мне сюда. А, это круговая часть, да? Ладно. Иди сюда. Класс. А каким образом? Я видел, что мы у него шмаляли, но я почему-то мы увидели то, как он умер через несколько минут, что ли. Реально. Я этих сволочей убил? Не верю. Совсем не верю в это. Не открывается. Сволочи, откройте двери немедленно, блин. Не, я так не играю. Вы серьезно? Не, вот... Сейчас же скажите мне, что вы серьезно. Бросайте меня. В этом все говно. Должен быть какой-то способ. Ага. Шутники, блин. Это все? Погнали. Хорошо, что больше никого нет.
Я же прав. И тут на меня набегает 50 тысяч врагов, да? А нет. Пока что нет. Опа. Сохранение. И... Ну и много врагов, как я думал. И затишье. То самое затишье, которое должно быть перед бурей. Откроем что-то и дальше. Надо будет лопаться совсем, да? Да. Уровень сложности растет в геометрической прогрессии. И это факт. Это не работает. Буду знать. Почему-то большинство поверхностей пробивается, а вот это вот пробиваться не будет. Что они хотели этим сказать? Типа, что пришли два парня уничтожать тебя, и что? Они так нихера не могут сделать. И мы проходим внутрь, да? Наконец-то. Взгляд в прошлое. Мне уже нравится, что здесь приятная, тихая атмосфера. Это больница. Пусть это и будет больница. Правда, пожалуйста. Без дерьма. Хотя это мелкое помещение, здесь проблем огромных не будет. Но нет, этот мод сможет все уничтожить. Я... Что говорит только что? Все случилось так, как я и сказал. Мод все уничтожит, даже вот такую вот спокойную атмосферу. Сложностью. Ладно. Там еще куча врагов, да? Я, конечно же, угадал. Все. Шесть. Окей. И забыл, что голова сама по себе возрождается через некоторое время. Капец, я уже забыл, думаю, блин, что-то не так. А нет, все нормально. Сдохни. И кто-то еще, да? С калашом. Нет, не угадал. И... О! Я что там про калаш говорил? Забыл просто. Это такое. Капец. И здесь тоже кто-то... О, Мона, привет. Там было изображение. Страйкер. Страйкер. Мы могли бы туда зайти, но... Опа. А, нет, здесь никого. Окей. Мне кажется, что я уже слишком стар для всего этого дерьма. У меня только голова. Это все. Это ненормально. Опа. Привет. Мне кажется, что у меня все это время год мод был врублен после того, как я был с кучей врагов. Мне кажется, так, по крайней мере. Потому что реально только голова и остается постоянно все время. И мне это не нравится. Я не люблю год мод Макс Пенни из-за того, что он не работает по сути. По причине того, что ХП все равно съедается. А ХП съедаться в год моде не должно, по сути. Ну, я так думаю. Окей. Okay.
Все. Не здравствуй, там никого не было, окей. Все? Вы серьезно? Так быстро. Окей, прозрение. Глубины безумия. Ага, я как раз понял этого левел. Почему это все под больницей? У меня первый вопрос. Ну да ладно. Это будет в следующий раз. А с вами был Вован. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. До следующих встреч.